Всем привет, мастерская слон компании. Я Вячеслав, приветствую вас. Ну, прошу прощения за вчерашний эмоциональный ролик. Тут даже, ну, дело не в сертификате, правильно? Это тут и наше, по мое упущение, надо объяснять или писать на клинках. Но я действительно, ну, во-первых, я не сторонник, много надписей на клинках, мне кажется, ну вот, мое мнение, нахрен они не нужны. И большинству, наверное, 90%, больше 90%, они тоже не нужны. Многие даже просят на порошковых сталей не ставить марку стали и эти твердости. То есть, так я уже говорил вчера, что, ну, более эмоционально, сейчас более спокойно скажу. Уже вчера говорил, что, ну, проблематично, надо ввести, и там могут что-то попутать. Ну, если было у нас здесь, это было бы. И опять же, надо. Это же тоже, честно говоря, расходы какие-то. Ну, 50 рублей, грубо говоря, вроде бы не деньги, вы скажете. Но вы считайте за год сколько ножей, и получается больше 100 тысяч. Я просто на эти ненужные многим надписи выкину денег. Больше 100 тысяч рублей. Вот и все. Получается так. Кому надо, пишите. Мы ставим без проблем. За это деньги не берем. И в связи с этой небольшой, ну, большой, можно сказать, экономией, кому надо надписи на клинках, мы же тоже за это я деньги не беру. Тем самым, ну, вот я экономлю на этих ненужных надписях и в подарок делаю надписи, которые кому-то нужны на клинке. Вот. Так что тут я не только для себя в карман экономлю, я же, ну, кто вот у нас с надписями на клинках заказывал, ну, просьба подтвердить, что я ни копейки за это не взял ни с кого. Такая вот история. Так, и дальше. Вы, ну там не вы, но довольно часто возникает вопрос по ценам. Конечно, меня это все волнует, что мы перешли, ну, на обслуживание богатых или как. Ну, мне тоже надо выживать, тоже зарплату платить, но не в этом дело. Я все это время, ну, понимаю эту проблему, и все это время, конечно же, мы пытались, ну, как можно сделать дешевле ножи? Надо увеличить их производство. И вот наступил вроде как, я думаю, момент, когда мы увеличили производство. То есть, и в соответствии с увеличением производства, конечно же, себестоимость ножа снижается немного. Вот. И с сегодняшнего дня мы снижаем цены на ножи, которые клином от обуха шлифованы. Просто вот это вот производство мы действительно увеличили клином от обуха, наладили, оно у нас уже идет стабильно. Хорошо. На эти ножи мы, ну, уменьшаем стоимость ножей и уменьшаем, ну, на серьезную сумму, уменьшаем на 2000 рублей. То есть то, что стоило 8900 рублей, теперь будет стоить 6900 рублей. Я думаю, это хорошее понижение, ниже уже точно не будет. Вот. На ножи с долами, ну, то те, которые с клином, с долами, там на 1500 будут, а те, которые, ну, сложные с клином, там понижение точно не будет, может быть, даже будет когда-то повышение, это уже зависит от шлифовщика, так как это действительно сложная, можно сказать, штучная работа, и много таких ножей, ну, увеличить производство их, ну, никак не получится. Ну, нельзя за год даже научить человека тому, что вот Серега, который их шлифует, он уже больше 20 лет этим занимается. И, конечно же, ну, у меня даже, я не знаю, хватит ли жизни, чтобы взять человека и, ну, там, грубо говоря, всему этому обучить. Еще не каждый сможет, потому что, ну, действительно, вот в районе, ну, вот здесь вот у нас один человек, один шлифовщик только так шлифует.
безукоризненно. Потому что это сложно. Поэтому на ножи вот, сложной шлифовкой с долами уменьшения точно не будет, но возможно будет повышение. Это уже зависит от Сереги. Серега, не наглей. Цену мне не повышай. Она и так ни хреновая. Ты же тоже будешь смотреть этот ролик. Вот. Ну а клином мы наладили. Увеличили производство довольно серьезно. Мы за лето это сделали. Ну, действительно, за лето. Поэтому, так скажем, я всегда говорю, финансов поют романсы у меня. Они действительно поют романсы, так как я серьезно работал, серьезно все деньги вкладывал на увеличение производства. Жена ворчит, ну, что сделать? Дело жены ворчать. Ну, цель достигнута. Производство к осени мы увеличили клином от обуха, поэтому, как я сказал, расценки, цены мы серьезно снижаем. Все по ценам можете посмотреть на сайте. Иван сейчас все цены исправляет. Так что, кто копил, может быть, уже накопил. Кто не копил, не думал, ну, сравните цены тогда с другими производителями. И ради бога. Так, а сегодня у нас в ролике будут 4 ножа. 4 ножа от ученика, который пришел буквально неделю назад. Ну вот он пока еще сделал, ну отскурил, ну, то есть 4 ножа сделал. И если честно, как это сказать? С одной стороны, жаба давила, с другой стороны. Ну я же обещал от учеников делать с большой скидкой ножи продавать. Поэтому я их выставляю по 6 тысяч рублей, эти ножи, 4 ножа, по-моему, он там еще 2 доделывает, вот решили, сейчас подумали, решили, что вот эти ножи мы все-таки выставим по 6 тысяч рублей, но опять, это еще больше скидка, как вы понимаете, чем, то есть на 900 рублей. Почему я решал? Да потому что он сразу сделал хорошо. Потому что ученические ножи сразу сделаны хорошо. Руки учить, ну, немного делает, долго, конечно, там ножичек в день вышкуривает. Но факт тот, что они сделаны хорошо. Ну вот я один показал, они все одинаковые, все вот все падук. Красное дерево. Все одинаковые. Да. Слав, ты есть у полуня? Нет еще. Я видео снимаю. Решай, ты еще не готова? Нет, еще не готова. Блин. Жена звонит. Звонит и думает, что сказать. Ну вот они все одинаковые. Вообще. Все вот в таких ножнах. Заточка будет на гриндере. На гриндере заточка. Ну вот кому отправлял, напишите. Хорошая заточка. Что там говорить? То есть рабочая заточка. Без понтов, без всего, просто рабочая заточка. Рабочий нож получается. Так, с размером. Торможу, блин, тут. Ножи все модели S7, 128 мм длина клинка. Ширина клинка 28 мм, 28,4. Толщина клинка 2,4 мм. Длина рукояти 128 мм. И толщина режущей кромки, блин, 0,14. То есть тонко сведено, все сделано. Так, ну их 6 ножей будет. Так что если кого заинтересовало, ради бога, они еще не. Ну, зато заточим сегодня, ну, завтра заточим. Так что, ну вот,
Вот примерно так. Я, как видите, я прислушиваюсь к вашему мнению. Но мне тоже же, блин, неудобно, что дорогие. Я же тоже не богатый человек, тоже хочется что-то дорогое, но. Нет, я покупаю, на самом деле я покупаю дорогое, но из-за этого финансов ни хрена нету, деньги появились, из-за этого строюсь уже хрен на сколько, и еще хрен на сколько простроюсь, потому что хочется хорошего, хорошее купил и 2 месяца отложил все остальное. Но это не в этом дело. Так что цены у нас снижаются хотя бы на определенную партию ножей. Вчера-то по сертификату это понятно все. Вчера меня больше возмутило то, что там один из Сергеев написал: брак, по такой цене продаете. Вот Сергей, скорее всего, кто это написал насчет брака. Кстати, спасибо человеку, который приобрел тот, так скажем, бракованный нож. Он написал, какой это бракованный нож. Отличный нож. Отлично сделанный. Сергей, а тот Сергей, который написал брак, я вам предлагаю приобрести наш ученический нож за 6000 рублей. В любой из организаций подобрать нож по той же цене. И договориться с ними, что если вам что-то не понравится, то есть переписку оставьте, то там в течение 2 недель вы вернете нож. И вы сравните. Я тоже, если что, деньги отдам. Если тот нож будет лучше, чем наш, я деньги без проблем отдам. Отдадут ли там и будет ли лучше? Вот, то есть сравните вот наши ученические ножи с любой организацией, где не ученические, где есть, ну вот, хороший. Ну, думаю, за 6 тысяч вы купите хороший нож в другой организации. Вот я вам предлагаю вот это вот тогда для сравнения. Ну, а на сегодня все. Приобретайте нашу продукцию. Смотрите наши ролики. Делитесь нашими роликами. Здоровья, успехов, удачи, хорошей осенней погоды. У нас прохладно стало, хорошо. Дождей нет, прохладно. Ну так, чуть-чуть, немножко дождики. Так что всем удачи, а мы пойдем работать.